трем подписчикам и гостям. Я Джетли, и сегодня я бы хотела осветить такую тему, как нарощенные ресницы. Если вы не будете против, для своего удобства я надену очки. Совсем недавно я наткнулась на такую статью в интернете, как «А почему же все-таки стоит наращивать реснички?». И давайте посмотрим, что там пишут. Я, наверное, буду зачитывать пункт и по этому пункту разбирать. Я не утверждаю, что мое мнение является единственным правильным. Возможно, у меня просто был какой-то неудачный опыт, а я его так и не разобрала. Типа наращивала и снимала ресницы единственный раз в жизни, поэтому, возможно, я даже не могу об этом говорить, но давайте все-таки попробуем. Ну и обязательно напишите в комментариях, если у вас был какой-то опыт наращивания ресниц, желательно в подробностях, потому что мне, и не только мне, но и зрителям этого видео будет интересно почитать, собственно говоря, об этом. Вот, давайте начнем. Так, преимущество наращивания ресниц. Первое. Нет необходимости пользоваться тушью для ресниц, лучше потратьте это время, наслаждаясь чашечкой кофе по утрам. Наращивание ресниц дает вам главное преимущество – цвет, толщину, длину и изгиб. Ни одна тушь не даст вам такого эффекта. Во-первых, да, я, пожалуй, соглашусь с тем, что ни одна тушь не даст такого эффекта, но вот это вот время, которое нам предлагают потратить на кофеёк по утрам, да, типа вместо того, чтобы красить реснички, мы это время будем тратить на расчесывание наших нарощенных ресниц. И это факт. Потому что когда вы наращиваете себе реснички, вам дают такую щеточку. У меня она где-то валяется, но я не буду ее сейчас искать, потому что это время. А времени у нас не особо много. Короче, вам дают такую щеточку. И вы ей каждое утро прочесываете свои реснички. Конечно, вы прочесываете не оба века, да? Не все свои реснички, ну, на верхнем и на нижнем веке, а только на верхнем. Потому что обычно наращивают только на верхнем веке. А на нижнем я не знаю, почему не наращивают. Наверное, неудобно. Но вот. То есть вот эти вот 5 минуток, которые вы обычно тратите на макияж глаз, если вы вообще их тратите, вы будете прочесывать свои ресницы. Ваши глаза не потеряют своей выразительности там, где обычно макияж невозможен. Пляж, сауна, бассейн, море, снег, дождь, высокая влажность, слезы, радости и т.д. Летом в период отпусков наращивание ресниц становится особо актуально. Зимой не стоит переживать, что ваша тушь потечет, а осенью вам не страшен дождь. Да, ваша тушь не потечет, потому что у вас не будет туши. Но, однако, в первые 2 дня ваши реснички нельзя подвергать ни теплу, ни высокой влажности. И мало того, вам даже нельзя будет мочить ваши реснички, когда вы умываетесь. Вам придется вот как-то вот так вот очень осторожно все промывать, потому что иначе от трения, который возникает, когда вы глаза протираете, ваши реснички будут слезать, иногда даже вместе с вашими ресницами. У меня такое было, да. Вот, и, в общем, свою выразительность глаза будут постепенно терять. Поэтому я не знаю, возможно ли с ними пойти в сауну, в бассейн или туда, где дождь. Ну, в общем, где много воды, и она попадает вам в глаза, и вам надо как-то это вытереть. В общем, это будет проблематично. А если у вас еще длинные ногти, то это просто дабл. Потому что вы будете пытаться подушечками вот так вот как-то, вот так вот протереть, но все равно оно будет не до конца протираться, и это, короче, беда. Так, экономия времени и практичность. Но тут я поспорю, собственно говоря, я уже озвучила признаки неэкономии времени, ну и, собственно говоря, особой практичности в этом, наверное, нету. 4. Процедура совершенно безболезненна и безопасна. При грамотной работе профессиональными средствами наращивание абсолютно безопасно для натуральных ресниц. Ресницы изготовлены из гипоаллергенного моноволокна, что полностью исключает риск возникновения каких-либо нежелательных последствий. Тут я могу сказать только одно. Если с вами работает не профессионал,
то клей, на который клеят реснички, при его избытке может попасть вам в глаза, и у вас будет сильнейшее раздражение, как было у меня. Но тут я сама виновата, потому что я в основном хожу по начинающим мастерам, типа по ученикам, которые делают с большой-большой скидкой за небольшую денежку, вот. Ну, просто знайте это. То есть, если вы пошли куда-то в салон, вам тоже может попасться какой-то начинающий мастер и тоже может накосячить. Но бояться волков в лес не ходить, так что... Так. Пятое. Густота ресниц. При классическом полном объеме зависит от объема ваших собственных ресниц, но исходя из ваших предпочтений, всегда можно добавить нужный вам объем. Ну, это да, с этим я спорить не буду. Густота повышается, глаза становятся более выразительными, и, в принципе, вы сами себе начинаете еще больше нравиться. Шестое. Красота, естественность и эстетичный вид на 4-5 недель. Тут я тоже поспорю, потому что никакой естественности в этом нету. Красота есть, естественности нет. Эстетичный вид на 4-5 недель, это я не знаю вообще, кто должен наращивать, чтобы так получилось, потому что у меня реснички начали линять уже на вторую неделю, то есть, ну, конец первой, там где-то начало второй недели, и просто на вторую неделю я пошла их снимать, потому что у меня остались такие перышки, типа, я такая, некрасиво. Вот, то есть... Может быть, да, может быть, у меня что-то не так пошло. Может быть, материал был недостаточно качественный. Но мне наращивали в хорошей студии с хорошим материалом. Единственное, что мастер был не очень опытный. Но вот знаете, что мало у кого ресницы держатся 4-5 недель. Потому что даже исходя из запроса своих знакомых, которые наращивают ресницы себе, то есть, ну, не сами себе наращивают, да, а ходят в салоны и наращивают, у них тоже держатся эти ресницы около 2 недель. Так что я не знаю, откуда эта информация про 4-5 недель. Если у вас держались реально 4-5 недель, обязательно напишите. И обязательно напишите, в каком салоне. Потому что если есть такие салоны с мастерами и материалами, которые держат, которые позволяют наращиванию держаться 4-5 недель, то есть месяц и даже больше, то надо их посетить. При поясничном наращивании исключены пробелы, так как выпадение наращенных ресниц происходит естественно и незаметно. Насчет естественно, да, потому что они выпадают вместе с вашими ресницами, и у вас даже на какое-то время после того, как вы снимаете ресницы, густота ваших ресниц уменьшается, блин, это такой пипец на самом деле. Но она уменьшается заметно, если вы не даете своим ресничкам отдых и постоянно наращиваете какое-нибудь голливудское наращивание, то есть это не стандартный классический, да, полный объем, где на одну ресницу по одной реснице наклеивается, да, где по 3 там ресницы, по 4 и больше. То есть, ну, пучки наклеивают на реснички, и вот из-за этого начинаются проблемки. Вот, так что, если вы наращиваете, то лучше используйте исключительно классический объем и давайте своим ресницам отдых, ну, хотя бы месяц, ну, как при наращивании волос, то есть... Это абсолютно то же самое в плане носки, в плане отдыха. Восьмое. Экспериментируйте с длиной, эффектами, толщиной, сгибами. Пробуйте объемное наращивание. Блики с цветными ресницами под настроение. Полное наращивание коричневыми ресницами для блондинок. Полное наращивание черно-синими ресницами для брюнеток. Ресницы со стразами Сваровски. Вот со стразами не знаю, а вот с бликами прикольно, кстати, смотрится. У меня тоже оно. Ну, оно было как раз-таки. Насчет экспериментов, да, с наращиванием гораздо проще экспериментировать, ежели с тушью. Но тут тоже надо быть очень осторожным, потому что, ну, причины я вам озвучила ранее.
Девятое. Наращивание ресниц – это модно, стильно и актуально. Это идеальный вариант на свадьбу, важное мероприятие, торжество. Красивые ресницы приковывают взгляд, и вы всегда будете в центре внимания. Знаете, да, они приковывают внимание, выглядят красиво. Но я вам советую делать наращивание, вот такое вот особое приукрашивание себя, исключительно на какие-то мероприятия. В том плане, что вот, типа, вы до мероприятия нарастили за день, да, и после мероприятия на следующий день сняли. Нет, можно носить, пока они сами не выпадут и не снимутся. Кстати, когда снимают ресницы, это не очень приятная процедура, потому что смывка может тоже попасть в глаза, и мне она тоже попадала, потому что ресницы не до конца протираются после нее. То есть вам накладывают на глаза тампон, ватный диск, пропитанный раствором, вот, и некоторое время держат. И потом его снимают вместе с ресничками. Но для того, чтобы дойти и умыться, вам придется открыть глаза. И если вы полностью не вытрите свои глазки, то у вас они непременно заболят. Вот, вернемся к теме. Есть такая фишка, как пересыщенность красотой. Знаете, это как когда вы едите постоянно много сладкого, и со временем вам это сладкое перестает казаться, ну, вкусным. То есть оно становится приторным и таким. Вот. К чему это я? К тому, что если вы хотите быть в какой-то день особенно красивыми, не надо постоянно в себя каждый день приукрашивать, потому что иначе это не будет заметно. Если вы краситесь каждый день, то в один из дней, когда вы придете не накрашенный, все будут смотреть на вас и думать: блин, а я думала, у нее глаза там больше, у нее там ресницы вообще километровые были, где они сейчас? И это же действует в обратном порядке. То есть если вы не краситесь или краситесь мало, и, ну, не старайтесь постоянно выглядеть просто как какая-нибудь модель с обложки глянцевого журнала, вот, то когда вы куда-то приходите, ну, в какой-то коллектив, да, где вы там постоянно тусите, накрашенная прям при полном параде, то люди сразу начинают обращать на вас больше внимания, потому что для них это в новинку. Для них вы становитесь просто супер красивыми. Ну, это, по крайней мере, из моих наблюдений, из наблюдений из жизни. Десятое. Можно пользоваться контактными линзами. Можно наносить макияж на веки и подкрашивать нижние реснички. А, вот тут я не скажу. Контактные линзы мне так и не удалось надеть с этими ресницами, потому что было очень неудобно, линзы постоянно цеплялись за ресницы, и, в общем, за это не могу сказать. Если у вас получалось надевать как-то контактные линзы с этими ресницами нарощенными, то, пожалуйста, сообщите об этом, потому что это реально важно. Может быть, просто я недостаточно старалась, и вот эти вот 5 минут, которые я трачу на надевание линз, типа, для нарощенных ресниц они превращаются в 25. Не знаю. Вот, насчет теней то же самое. То же самое, что скажу, что и вот про воду. Потому что вы чем смываете тени? Там, допустим, молочком для снятия макияжа, да, мицеллярной водой, маслом каким-то, ну, вот, смотря какой макияж, да, вот водостойкий смывается. Не помню, как называется, но тут масло. Господи, я просто волосилась. Ладно, короче, напишите, как называется это масло. Ну и, собственно, когда все эти средства попадают на реснички, вы же еще потом водичкой протираете. Вот это вот все действует на... Вот это вот все действует на клей. Он ослабляет свою хватку, и реснички начинают выпадать еще быстрее. Поэтому с этим пунктом я вынуждена не согласиться полностью. Как? 11-й пункт.
Для тех, кто предпочитает натуральный макияж и минимум косметики, наращивание ресниц – просто находка. Вам остается только нанести тональный крем и немного блеска на губы. Ваш образ с макияжем в стиле nude look готов. Естественный, натуральный, с классическим акцентом на глазки. Ну, с этим пунктом, да, я соглашусь, но как бы тени тогда придется наносить не на подвижные веки, то есть там, где нет ресничек. Ну и, собственно говоря, это вся статья. Теперь, наконец-то, я могу ее закрыть на компьютере и больше к ней не возвращаться. Вот, вам спасибо, что были со мной, что смотрели это видео. Не знаю, насколько вам было оно интересно, но вот просто захотелось немножко поделиться, так сказать, своим опытом. Простите за то, что я так редко начала выпускать ролики. Просто я устроилась на третью работу, поэтому, ну как, не сказать, что все так плачевно, но времени становится немножко меньше. Постараюсь со следующим видео не затягивать. Надеюсь, вы меня поймете, простите и останетесь со мной дальше. Вот вам спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!